in the east of Ukraine, close to the contact line, as well as dozens of kilometers from it, there are towns and villages where people found themselves wedged between the two parties to the conflict. Today, life is going on here, and people are trying to cope with the destruction. Страшнее, чем было, уже не будет все равно. Надеемся на это, что уже не будет страшнее. Бомбежки, страх. Уезжал и богато ж поселок вообще почти. Выехал усе. Поразносило он вверх на балконе у соседа, разнесло полностью балкон. Ну, у нас побиты были. Рамы вывернуты наружу. Последнее время сейчас даже гулять не выхожу. Но как-то напряженная ситуация, все где-то слышно, когда взрывы, вот это что там, оно не то уже. Я знаю, что оружие еще танк. Танк это пушка. Выжили. Пока выжили. Дальше мы не знаем, что будет. The International Organization for Migration assists those most affected by the conflict. Special attention is given to the problems of internally displaced persons. Humanitarian aid is provided in areas close to the region where fighting continues. So we are now 2 years in this crisis. There is still a lot of humanitarian need along the contact line and in the so-called non-government controlled areas. The vast majority of IDPs are either elderly or women or children. So you have a lot of vulnerable people that simply don't have the means or don't have the ability to just help themselves. And this is, of course, the major concern and the major focus for us. Сейчас оказывается помощь, моющее средство. Конечно, это большое подспорье, несмотря на то, что, казалось бы, это маленькая помощь, но она весомая, я так считаю. Особенно для тех людей, у которых маленькая пенсия, маленькие зарплаты. Да. Если вы представите, если... Ой, спасибо. Ой, спасибо, так быстро. Набор хорош. Хватает. Как раз вот от одного до второго хватает. Спасибо, да, будь здоровы. Сегодня в городе Попасное было выдано 100 гигиенических наборов. Это люди старше 70 лет, одинокие родители, семьи переселенцев и инвалиды. Мне уже 81 год. Стара. Пришла за гуманитаркой. Спасибо, что нас все обеспечивают. Ну, каждый день слышим взрывы, каждый день стреляют где-то, простреливают. Ну, напряженки. Как война только началась, мы сразу с работы, я сразу, сын меня встретил, инвалид, и мы бегом побежали к моей маме. Конечно, нас несколько раз градами обстреливали вокруг дома, у нас все шибки полетели, стекла. Ну, дом разрушили полностью у нас. Один фундамент. Так что на пенсию мы строительство не потянем. Homes of thousands of people in the east of Ukraine have been destroyed. The IOM program Cash for Rent is intended to render financial assistance to people whose houses were affected by military actions. Oleg and Svetlana survived the most violent days of the conflict. Now, having received the assistance, they will start repairing their house. Вышел в кухню, начали стрелять. Не могу зайти, свистит, летит, осколки сыпятся. Тут сел,
сидел, ждал, пока мисс перестанет стрелять. Видите, мы этими ветками закладывали, чтобы хотя бы меньше попадало. Мы только собрались, уже как стреляли, сильно стреляли, осколки летели. Мы уже собрались, документы, мы только документы брали, ничего. Вот это что одеты были, документы всегда были при нас. Вот, смотрите, после стрельбы, как отошел дом. Вообще отошел. Рука проходит. Вот сейчас рука в хате уже. Кажется, такое впечатление, что сейчас вот так галерея туда вся уйдет. Рука в хате. Буду делать ремонт. Я собираюсь его делать этим летом, потому что эту зиму прожили еще более-менее как-то, но с таким условием, когда все сыпется, все разваливается, надо делать ремонт. According to IOM data, about 70% of IDPs are renting accommodation. The program Cash for Rent is also intended to help them cover renting expenses. Larissa, a single mother of two, is temporarily unemployed. She is renting a house at her new place. Здесь летняя кухня, которую не пользуюсь еще. Здесь ребенок играет. Мы из города Первомайска, которая недалеко от Попасной. Когда начались обстрелы, мы 11 дней пробыли в подвале с детьми. И так как не было уже возможности там находиться, решили с детьми пешком прийти сюда. Хватаешься все равно за любую помощь, которую предлагают. Не всем попаснянам есть работа, если честно. А тем более тоже пристроиться, можно сказать, иностранцам. Это тоже проблема. According to an IOM survey, only about one-third of IDPs in Ukraine are employed. The IOM program Cash for Work provides IDPs with income opportunities, at the same time helping to address the problems of the town. Переселенцам очень нравится, все довольны, все хотят еще работать. Я очень рада, что мы, каждый переселенец из нас, может внести свой вклад в город. Мы уже не чувствуем себя переселенцами, мы уже стараемся адаптироваться за счет таких социальных проектов, что люди не опускают руки, не сидят дома, не углубляются в свою какую-то атмосферу, то есть что они выходят, что они готовы, и таких людей очень много. Девочки, в очередь! Я сразу, когда увидела анкету онлайн, сразу ее заполнила. Почему? Потому что, во-первых, в связи с положением в стране очень мало рабочих мест. Это очень хорошая возможность выйти поработать, зная, что ты потом получишь за это деньги. Привет, здравствуй. Как дела в школе? В этом городе у меня, кроме моего сына, нет никого. И сейчас, благодаря проекту, в котором мы работаем, у меня появились знакомые. То есть я стала очень ценить общение. Потому что первые месяцы, наверное, 2-3, честно, я была в жутком состоянии, в депрессивном, потому что я была одна. И поговорить не с кем. This is one of our goals, to let them adapt and integrate with society, with new society with for them. However, of course, the most important goal of our help is to help them survive, because most of them left their houses without anything. Ух ты, развалили дом, да? Новый построен дворец. Что? Ты соскучилась?